Бля, пацаны, такого я вообще еще не видал, нахуй. Эта машина приехала, телефон не передает. Ощущение. Вот это черное все. Это внутри, так, из вот, кабины, вот, сейчас, из кабины вот это сажа летит, из кабины. Он как, вот смотрите, вот это из кабины вот оно наружу вырывается, бля, во. Дверь закроешь, оно оттуда выдувает. Сиденье, во. Ёбаный рот. Там... Я не знаю, вот это. Во. В телефоне не так видно. Не-не, ну немножко. Это подождите, это только начало. Это начало конца. Вот оно, заметное. Вот, да. Вот видно. Это оттуда, когда он едет на ходу, оттуда вылетает выхлопные, блядь, дымки, блядь. О, вот так. О. Вот так видно. Хорошо. Тут тоже все черное, тоже отсюда дует. О. Стекла просто прозрачные, охуеть. Сука, я, блядь, я думал, ты прикалываешься. Резина просто, это, лиман курит, нахуй. Лиман курит глубокую затяжку. Сейчас я покажу, но это все ерунда. Это все ерунда по сравнению, ну тут что-то у нас какие-то крылья даже есть, на той стороне потом увидите, там катастрофа. Каждая рессорина... Не, вот эта рессора целая, ёпты. Одна. Тут не видно, тут крылья мешают. Сейчас я дальше покажу. Так, вот такой вид. Ни о каких нахуй крыльях и брызговиках речь не может идти. Ну ладно. Короче, как-то так. Но самый секс, сейчас увидите. Резина, это все хуйня. Вот это называется бандаж. Сейчас я покажу гипс, блядь. Смотрите, что. Смотрите, ездит человек по 50 тонн возит. Это я одна рессора. Это одна рессора. Вот. Вот это. Вот это вторая рессора, блядь. Пипец. И короче, так везде. Так везде. Сюда уже не полезу я. Вот такая машина. Вот так выглядит. Какие нахуй фонарики? Какие крылья? Это шипы и тормоза придумали трусы, блядь. Нет, скажи, что ни одно колесо не тормозит. Ни одно, да, ни одно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть осей. Ни одного амортизатора нет. Да, амортизаторы вот такие. Вот у нас вот. Они лежат, висят. Я не знаю, что они делают. Сука. Ай, бля, сейчас. Ай, бля.